У Харкові обкидали яйцями кандидата в народні депутати. Це сталося після запису теледебатів Дмитра Святаша і Костянтина Немічева. Обидва балотуються по одному округу. Коли кандидати вийшли з телестудії, на Святаша вже чекали з яйцями і зеленкою. А ще побили вікна і порізали колеса автомобіля, на якому приїхали його прихильники. Скорее всего, это связано с моей политической деятельностью, то, что он представляет праворадикальный националистический национальный корпус. Я оппозиционную платформу «За життя». Это акция устрашения. Вот. До меня до этого доходили слухи, что будут подобные акции, когда я буду ходить по району. Вот. Меня, то есть для того, чтобы помешать мне встретиться с избирателями.